17 претенденток боролись за титул первой воронежской красавицы. Конкурс ведет свой отчет с 2005 года. За это время он стал одним из самых заметных и значимых культурно-развлекательных событий региона. Первый выход девушек – парад «Снегурочек». Он же визитная карточка. Участницы сами создавали свои наряды и новогодние подарки. На суд жюри гостей праздника были предложены и кулинарные творения, и картины, и вязаные кружки, и носочки. А юные спортсменки не упустили шанс показать свое профессиональное мастерство. Затем все подарки, сделанные руками девушек, были выставлены на благотворительный аукцион. А вырученные средства направлены на лечение маленьких пациентов онкогематологического отделения детской областной больницы номер 1. Шоу «Зимняя сказка» продолжило вечер. Под руководством профессионального хореографа участницы исполнили русские народные танцы на современный манер. Следующее появление воронежских красавиц на подиуме было уже в более откровенных нарядах. Никого не оставило равнодушным бикини-шоу. Девушкам было вдвойне сложно, поскольку им предстояло ответить на каверзные вопросы зрителей. Участница под номером 5. Бомба Ирина! Да, стоял вопрос. Ирина, а что ты умеешь такого, что не умеют другие люди? Ну, на самом деле, что делала Ирина на презентации? Нет, пускай покажет. Если я это не повторю, то за тебя похлопаю. За меня пойди, можно, за какую часть, вот за руку. Опа! Ничего себе! Нет, я... Ты рискнешь повторить? Ну, придется держаться, а держаться на работе нельзя. Но вот роковые соблазнительницы вновь превратились в девушек из сказки и представили шуточную театральную постановку «Валенки-валенки» на тему русского фольклора. Выражаю просто превеликую благодарность Центру галереи Чижова за то, что уже 8-й год позволяет нам дарить Воронежу праздник, проводя конкурс «Краса Воронежского края». И в этом году дебютировал новый городской конкурс «Краса Воронежа». На самом деле эти эмоции девушек, счастье и вообще ту путевку в жизнь, которую они получают, это... Я даже не знаю, выразить благодарность словами. Это можно только наблюдать за их результатами, за тем, как они растут, совершенствуются, как у них меняются цели, приоритеты жизненные. И, собственно говоря, это и будет подтверждением, действительно, благодарностью за все, что делает для нас Центр галереи Чижова. Огромное спасибо. Пока жюри ломало голову, кому выставить высшие баллы, гости праздника активно участвовали в голосовании за понравившихся девушек в номинациях «Мисс Бикини», «Мисс Снегурочка» и «Мисс Зрительских симпатий». Как настроение? Очень хорошее. Обстановка как?
Очень весело, позитива очень много. В принципе, конкурс отличный, девушки шикарные, молодые люди наши, по их ощущениям, в восторге. Ну, значит, все прекрасно. Вы впервые на таком конкурсе? Ну да, впервые. Почему пришли? За кого-то? Группа поддержки? Да, да, группа поддержки. За Кордюшину Снежану. Номер один Кордюшина Снежана. Какие впечатления? Домашняя обстановка, душевная, все организовано хорошо. Самое главное, радуют участницы. Выходят с улыбкой, не боятся ходить на сцену. Энергетика у всех, все улыбаются. Наверное, это самое главное в творческих людях и в тех, которые выходят, собственно, на сцену. Я бы назвал бы вот этот самый лучший бы конкурс, это вот этот конкурс «Снегурочек». Самый первый, да? Да, 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 да. Это потому что у нас вот это сейчас новогодняя ночь надвигается у нас к нам. И мне кажется, ну это вот этот самый был актуальный и лучший был конкурс. Праздник удался на славу. Нам очень все понравилось. Девочки замечательные, конкурсы отличные. И то, что благотворительность, да, для детей, это очень большой плюс все-таки этого всего мероприятия. Заключительный выход девушек на церемонию награждения был в шикарных вечерних нарядах. После объявления номинации и присвоения первых званий участницам наступил самый долгожданный момент. Я очень рада, я горжусь собой, особенно перед родителями, перед Воронежем, ведь я стала лицом красы Воронежского края. Эмоции кипят, я очень сильно волнуюсь. Я, в общем, очень-очень-очень рада и готова поделиться своей улыбкой всем и дарить счастьем вас всех.